Дорогие мои друзья, всех рад приветствовать сегодня в очередном выпуске моей кулинарной программы «Съели, спели». Сегодня я хочу поделиться с вами своим собственным рецептом. Как и все те блюда, которые я уже готовил здесь и которые буду готовить для вас, это все те блюда, которые я сам готовил, не подглядывая ни в каких книгах, просто вспоминая свои вкусовые качества, посещая то или иное место той или иной страны. И сегодня для вас я хочу поделиться блюдом, которое называется карпаччо из шампиньонов. Шампиньоны, лимон, оливковое масло, соль, перец. Ничего больше не нужно. Приступим. Максимально тоненько нарезаем шампиньоны. И сразу же вот так вот красиво выкладываем на тарелочку. Это блюдо буквально минут 10 должно пропитаться маслом, соком, лимонным, солью и перцем. И только после этого можно его подавать на стол и, соответственно, угощать своих друзей, а может быть даже родных и близких. Вот так вот мы все выкладываем. Мне кажется, что вот это блюдо как раз-таки подойдет в жаркую погоду. Вот именно почему-то я люблю его готовить, когда на дворе жара. Оно каким-то образом так тонизирует, охлаждает. Я думаю, все шампиньоны мы использовать не будем, потому как они, мне кажется, все-то и не нужны здесь. Судя по тому, что у нас уже получается вот так вот красивая картинка. Вот, может быть, еще один воспользуемся. Наверняка, я думаю, что можно еще и каким-то образом, может быть, подогреть в духовке эти грибы, может быть, как-то их промариновать в ночь, оставить на сутки. Но сомневаюсь я, что они свои свойства не потеряют. Мне кажется, что свойство потеряется, и весь этот вкус будет уже не тот. Итак, грибы порезали. Сейчас лимонный сок. Прямо один лимон, выдавливаем лимонный сок на грибы. Вот так вот, максимально больше лимонного сока. Вы наверняка скажете, что это за ужас, Руслан, ты готовишь такой сегодня. Друзья мои, поверьте мне, это необычное, простое блюдо. Соль, перец. И оливковое масло. Перца можно побольше. Наверняка кто-то из вас любит острый красный перец. Я не использовал именно в этом конкретном блюде острый перец. Достаточно было вот, собственно говоря, черного перца и оливковое масло. Оно смягчит и будет работать совместно с лимоном. Очень интересно. Дадим блюду промариноваться. А в это время, по традиции, для вас песня. Сегодня я хочу спеть песню, написанную в 2011 году композитором Тарасом Демчуком. «Я подарю тебе любовь». Все,
как вы любите. Вживую в программе «Съели, спели». В городе злых дождей нашли мы с тобой друг друга. Мы просто играли роль, а жизнь нас вела по кругу. Ты думала все в судьбе, давно решено не нами. Хранила свою печаль в душе за семью замками. И каждый новый день начинала жить, не любя. Я подарю тебе любовь, которой ты не знала с другим никогда. Я назову тебя мечтой, подаренною небом мне навсегда. Я подарю тебе любовь, и ангелы нам петь будут у алтаря. Женщина, любимая моя, казалось, огонь погас, и счастья ты не узнаешь. Я смог бы весь мир сейчас отдать за тебя, родная. Не видишь уже давно ты сказочных сновидений. Живешь как в немом кино, где свет оказался тенью. Мы словно две звезды в небесах друг друга нашли. Я подарю тебе любовь, которой ты не знала с другим никогда. Я назову тебя мечтой, подаренною небом мне навсегда. Я подарю тебе любовь, и ангелы друзья, сегодня, как вы помните, мы приготовили с вами карпаччо из шампиньонов. Хе-хей! И поем! Я подарю тебе любовь, которой ты не знала с другим никогда. Я назову тебя мечтой, подаренною небом мне навсегда. Я подарю тебе любовь, и ангелы Женщина, любимая моя. Оу! Хорошего вам настроения. И пусть в ваших сердцах всегда царит любовь. Спасибо, дорогие мои. Настал этот час, когда мы пробуем блюдо карпаччо из шампиньонов в очередном выпуске вместе с вами программы «Съели, спели». Ну что ж, дорогие мои, пожелайте мне удачи. Да, вот ни с чем не сравнить этот вкус. В меру кислинка, хрустящие грибы, соль практически не чувствуется, перчик придает, остроты придает. Замечательное блюдо, которое, я уверен, вам понравится. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения и приятного аппетита!